Пошел останавливать. Qo'limda qog'oz, mikrofon, tagimda esa oktagon, yonimda metamorfoza. Biznashi biz sherlar jangini adborini 2-chi vypuskini boshladik. Bugunning o'zida boshlang va Mosbet bilan chempion bo'ling. Mostbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. O'z hayotingizni muallifi bo'ling. Двигаемся дальше. И у нас следующая пара весовой категории до 57 кг. Из красного угла встречайте бойца с Узбекистана. Мухаммад Садик. Маткодиров! Сегодня будет человек, Маткодиров, Мухаммад Солды, Бурбекстан, Анджон, 22 кг, 52 кг. Салам алейкум, хаммага, мен Анджон, Вилият Улугнар Туманда, мен. Краснодар шахрига, 2018 yil ishlash maqsadida kelganman. Bu sherlar jangini Instagram, Rustam Rahmonov Instagram kanalida ko'rib, bo'yga qandaysiz istak paydo bo'ldi. Shu maqsadda keldik. Saperingimni ko'rdim, saperingimga omad. Krasnodar shahridagi barcha tanishlarga, Adigeyadagi o'rtoqlarga salom yo'llayman. Men yoshlikdan shu kurash sporti turi bilan shug'ullanganman. Bir yil karatega borganmiz. Shu sport yoshlikdan qiziqib, milliy kurash turi bilan shug'ullanganman asosan. Jangida qatnashishdan maqsadim shu o'zimni ko'rsatib, inshaalloh shu UFC-gacha darajasigacha chiqishda maqsadda shu yerlarga keldim. Идем дальше. Маткодиров Мухаммад Садик из Узбекистана, город Андижан, 22 года. Весовая категория пока прежняя, до 57 кг, рост 168 см. Напомню, что те, кто победил в отборочных боях, лучшие из них получат право биться в гран-при. Гран-при будут проведены во всех весовых категориях, и победитель получит уникальный 3D-пояс львиной битвы. А также будет и призовой фонд, достаточно солидный. Так что здесь, помимо того, что ты получаешь шанс проявиться, ты получаешь уж серьезный шанс побороться за очень ценный приз. Сегодня встречайте его соперника, представляющего Узбекистан. Атамурджон Ибрагимов! Ибрагимов, Атамурджон, Узбекистан, Самарканд, 51 кг. Oh my God.
Assalomu alaykum. Mening ismim Mirbagenov Otamurod. Men Katakoron shahridanman. Sankt-Peterburg shahriga 2018-yil kelganman. Ham bu yerda ishlab, ham trenovka qilaman. Trenerim Maksim Qo'ldoshev. Bu yerda oyna sexda ishlayman. Oyna sex ishdan keyin kelib trenovka qilib turaman. Men yoshligimdan sportga qiziqib, volley kurash bo'yicha Taylog Olimpiya zaxiralari kollejiga o'qiganman. Trenerim Sharif aka, Saif aka, Salomat bolalarni qo'liga trenovka qilganman. Yoshligimdan qiziqishim bo'lgan. Bizlarni zalda hozir ko'p bolalar she'rlar jangiga qatnashib kelyapti. Men ham qiziqib, o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Men bu she'rlar jangida kastingga bordim, kastingdan o'tdim va menga sapernik berishdi. Sapernigim udarning ekan. Men shunga xudo xolasa inshaalloh chiroyli boy ko'rsatishga harakat qilaman. Вот так у нас оживились сейчас зрители. Это Муроджон Ибрагимов из Узбекистана, город Самарканд, 21 год ему, 165 сантиметров рост. Очень интересный рекорд у него, я смотрю. В любительском ММА 10 побед, 3 нокаутами. Максим Кулдашев его будет секундировать. Ну что ж, это любопытно. Это любопытно, дорогие друзья. Уже достаточно опытный боец. Против него темная лошадка, дебютант. Посмотрим, кому из них улыбнется удача. Так, представляю вам бойцов данной пары. Справа от меня боец из Узбекистана, город Андиджан. Его возраст 22 года, рост 168 сантиметров. Приветствуйте, Мухаммад Садиков, Маткодира! А слева от меня боец из города Самарканд, Узбекистан. Его возраст 21 год, рост 165 сантиметров. Встречайте Атмурджонов и Владимир! Итак, рефери в октагоне Владимир Балав. Бойцы на середину пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой не бьем вообще. В затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленями в голову можно работать только в стойке. За сетку перчатки шорта не хватаем. 30 секунд в партере работаем. Покажите красивый бой. Углом. Омагулы. Первый раунд львиной битвы. 3. Ну что ж, ждет нас поединок между Маткадировым Мухаммад Садиком и Ибрагимом Атамураджоном. Судьи, время. Первый раунд. Бой. Начинается бой. Занимает центр клетки Атамураджон. Напомню, что 10 побед у него в любительском ММА. Опытный парень. Наносит мощный внутренний лоу. Вот сейчас отвлекся он на покрытие. Тут же Мухаммад Садик его за это наказал. Нельзя ни в коем случае расслабляться ни на секунду. Получил два удара, но быстро восстановился. И сейчас сам находится в доминирующей ситуации. Может разбивать своего оппонента, может шею попытаться прихватить. Прекрасно это понимает Маткадиров. Он одну руку отключил своего оппонента, сдерживает ее и ждет, пока кончится время, отведенное на борьбу в партере. Но вот сейчас шею пытается прибрать Ибрагимов. Хорошо, грамотно защищается Мухаммад Садик. Все, закончилось время на борьбу в партере у нас. Ну что ж, Маткадиров тоже продемонстрировал, что с ним ни на секунду нельзя зевать. Можно пропустить мощный удар, который закончит эту битву. Опять лоу-кик, мощь от Мураджона. Развивает он атаку, проходит ноги. Ну, отдает шею Мухаммад Садику. Хороший захват, но нет контроля ногами. А вот уже сложнее все гораздо для Ибрагимова. Ему нужно терпеть или стараться разорвать этот захват. Все, вырывается он. Сам наносит несколько ударов. Сейчас уже его атака, его игра идет. Рушит он на голову оппонента несколько жестких ударов. Мухаммад Садик отдает спину. Продолжится у нас сейчас бой в стойке. Ну что ж, Мураджон
демонстрирует тем, что да, свой опыт весь. Видно, что он не паникует в каких-то ситуациях, когда даже попадают сложные, но удушающие там или еще что-то. Спокойно выходит и сам идет в атаку. Попытка провести хайкик по защите. Ушира с разворота в печень. Подхватывает ногу оппонента, пытается перевести его в партер. Этому удается. Забирает спину, но сейчас снова будет гвоздить своего оппонента жесткими ударами по голове. Очень пассивная защита от Мухаммад Садик. Он не пытается вырваться, он пытается просто долежать эти 30 секунд. Получает достаточно серьезные удары, это урон. И, в принципе, поединок можно на это остановиться. Потому что пассивная защита – это сигнал для рефери к остановке. Вот и призывает сейчас Владимир Балава как раз именно к активной защите. Вот вы все слышали, дорогие друзья. Владимир Балала предупредил сейчас Мухаммад Садика, что еще раз так будет пассивная защита, будет просто бой остановлен, будет такого. Закончен первый раунд у нас. Хороший, динамичный бой. И может быть именно вы будете первым чемпионом львиной битвы и примерите тот самый уникальный 3D пояс. Бойцы готовы? Второй раунд! Бой! Начинается у нас второй раунд. Спокойно это Мураджон. Старается подобраться. Бэкфист. Но не подготовленный. Видел его Мухаммад Садик, успел уклониться. Хорошие атаки у Мураджона, хороший арсенал, но он не маскирует свои сильные удары. Он не пытается их спрятать где-то в комбинации, он просто их наносит. А Маткадиров пока что он тоже достаточно опытен и искушен, чтобы видеть их. Лоу. Лоу жесткий. Такой увесистый. Если такие лоу-кики будут проходить, то к третьему раунду Мухаммад Садик уже будет их очень хорошо чувствовать, не будет таким подвижным. Мощный удар проходит у Мураджона. Пытается он развить атаку, идет в борьбу, валит своего оппонента, снова шею отдает. Вырывается. Тут же Мухаммад Садик пытается на треугольник закинуть ноги, отбрасывает своего оппонента, встает, сам проходит ноги. Ну и Ибрагимов четко чувствует, конечно, борьбу, хорошо защищается, хорошо контрит. Заходит за спину, пытается зайти за спину, по крайней мере. Мухаммад Садик его не пускает, снова зажимает он руки оппонента под собой. У него сейчас это вот основная фишка в защите. Подвязывает, чуть что, сразу подвязывает своего оппонента, ждет, пока поднимут стойку. Продолжается у нас поединок. 5 выцеливает этот Мураджон. Заряжается на атаку. Ну, Мухаммад Садику надо, конечно, уже самому что-то придумывать, поскольку пока что он проигрывает. И если он хочет пройти в гран-при, то ему явно нужно взвинчивать темп и самому атаковать оппонента. Затишье перед бурей у нас в клетке, дорогие друзья. Оба оппонента заряжаются на атаку. И вот идет вперед Мураджон, наносит удар, тут же цепляется в ногу своего оппонента, валит его. Снова отдает шею, правда, но сейчас с бокового контроля он находится. Тут вряд ли, конечно, для него какая-то опасность есть. То есть он сам еще пытается и в маунт залезть, воспользоваться ситуацией, пока его соперник поглощен удушающим приемом. Забирается потихоньку в маунт Ибрагимов. Ну что ж, сейчас начнется третий решающий раунд. Посмотрим, сделали какие-то выводы Мухаммад Садик, будет ли он сам пытаться вырвать победу.
или позволит Тамураджиму спокойненько докатить ее до решения в свою пользу. Но в глазах Маткадирова сейчас считается решимость все-таки закатить этот бой. Постараться добыть успех. Только хайкик от Тамураджона. Идет вперед Мухаммад Садик, но слишком размашисто, слишком неподготовленно. Тут же сразу его Ибрагимов ловит. Переводит в партер. Шею отдает, но в опасности особо и нету. Плюс он еще и ноги соперника пытается подвязать. Это тот прием, которому весь мир научил Хабиб Нурмагомедов. В такой ситуации. Бой! Надо сейчас Маткадирову идти вперед, но он понимает, что очень опытный боец, перед ним очень опасный. Что можно нарваться на удар, на атаку, и все закончится. Сейчас дилемма перед молодым бойцом. Атаковать или нет? Пропускает он лоу-кик. Уверенно себя чувствует очень Ибрагимов. Ждет на ошибке своего соперника. А может пытается усыпить бдительность. Снова проходит в ноги. Снова отдает шею, но при этом валит своего оппонента, зарабатывает баллы. Не выпускает его из-под контроля. Но вот сейчас пытается гильотину сейчас Маткадиров накинуть. Но ситуация не очень удачная для этого. Соперник находится сбоку. Может и дышать, и отжимать руки своего оппонента. Да и 30 секунд там всего. Да, вот сейчас опять закончено время на борьбу в партере у нас. Сейчас пойдет концовка. Маткадирову нужно взрываться. Последняя финальная атака от него. Тут больше уже ничего не остается. Ибрагимов это понимает и ждет. Попытка бэкфиста с продолжением на мидл-кик. Сразу же переходит в ноги. Здорово. Связки видны, наработанные. Наносит несколько ударов. Опять шею отдает. Тут же резко заскакивает сбоку, чтобы не быть пойман в гард. Все очень грамотно сейчас делает Ибрагимов. Провел хорошую атаку в стойке. Неплохо защищается в партере. Ну, последние секунды сейчас у нас поединка пойдут. Поднимает Владимир Балала бойцов в стойку. Попытка хайкика от Маткадирова. Ну, видно, что устал. Ну и все, поединок завершен. Мухаммад Садик неплохо защищался. У нас есть судейское решение. По истечении трех раундов в этом бескомпромиссном, интересном и длительном бою победу одержал боец из Синьорла Атамурчан Ибрагимов! Справедливое решение. Поздравляем Атамураджона Ибрагимова с победой. Благодарим Маткадирова Мухаммад Садика за интересный бой. Соперник нормальный боец, а? Menimcha shu turnirga kamligi bo'lsa kerak. Xorzaga yangi zafarlar chiroyli bo'lib ko'rsatishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Hamma sog' bo'ldi. Ну что, Атамурджон, тебе слово. Поздравляю с уверенной победой. Ассаламу алейкум. Мен қолдап-қолдап подтверждение үшін рахмат. Тренер Максим Кулдош. Атуш ака рахмат сізге, сізге Мустафа ака рахмат. Моя команда от души. Спасибо. Джура мой бейбатта. Рахмат, Гурджу. Рахмат. Омай Зубер. Ну что, мощно. Первый поединок, который у нас прошел всю дистанцию, да, Рустам? Дуслан, блогер вы мог сказать, а? Йоки тиктокер.
yoki video montajni o'rganmoqchimisizlar, yoki Photoshopni. Hamma kurs do'stlar, mana Ustrend onlayn maktabimda bu. Kiringlar, kursimni olinglar va men bilan birga o'qisinglar. Hammasi mushni bo'ladi. Ketdik. Ну что, дорогие друзья, мы тем двигаемся дальше, и у нас пара весовой категории до 61 килограмма. Из красного угла приглашается боец Узбекистана. Встречайте, Насимшо Ташкула! Avvalambor, assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Toshqulov Nasimshoh. 1996-yil 7-oktyabrda Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida tug'ilganman. Rossiyaga ishlash maqsadida 2017-yil 19-fevralda kelganman Sankt-Peterburg shahriga. Bu yerda 2020-yil Rustam Rahmonov Fine 3 sherlar jangini ko'rib qoldim. Yoshligidan sportga qiziqaman. O'sha uchun shu sportga qatnashishga qaror qildim. Omadimni sinab ko'rmoqchi bo'lib. Birinchi turnirda qatnashgandim. Birinchi turnirda to'g'risi boy berib qo'ydim bu o'zimning aybim bilan. 18 kunga 14 kilo vesga aniqib ozgina qiynaldim. Boy berib qo'ydim. O'zimni vesimni emas edim. To'g'rirog'i Rustam Rahmonovga oldindan kattakon rahmat. Shu shunday bizda yoshlar yana bir marta imkon bergani uchun, shunday sharoitlar yaratgani uchun. Men o'zimga keladigan bo'lsak, men o'zim mana shu paletshopda ishlayman, starshi guruchchik bo'lib, ham starshilikni olib boraman. Kelganimga xudo xolasi 4-yil bu yil. Inshaalloh bu turnirda ham xolis sapernigimni ko'rmadim. Sapernigim qanaqa bola, kim o'zi, faqat rasmini, ozgina videosini jo'natishdi. Sapernigimga omad tilayman. Hamma qolgan bayeslarga ham mana shu turnirda urushaydigan 10-mart kuni urushaydigan bayeslar hammasiga omad tilayman. Hammasini omadini bersin. Sapernigimga ham omad. Насимшов Ташкулов из Узбекистана, город Сырдарья, 24 года, вес 171 сантиметров рост. Профессиональных боев пока что не имеет. Делает первые шаги в ММА. И этот шаг сразу же на львиной битве. Третий отборочный этап. Синего угла приглашается его соперник, также с Узбекистана. Встречайте, Батиржон Уринбаев! Уринбаев Батиржон Узбекистана, Наманган. Игровещеш, около 100 килограмм, там. Салам алейкум, меня зовут Уринбой Батиржон. Я Наманган Влайеттама. Россияга Екатеринбург шахрига ишлагани келиб. 2018-йил келганман. Ишлаш учун. Ҳозирда ҳам ишлаб, ҳам тамлабга қиламан. Бўш вақтларимда. Мен бу ММА билан 5 йилдан бери шуғулланиб келаман. Рустам аканинг Instagram саҳифасида кўриб қолдим. Бойга қатнашишга қарор қилдим. Мени чақиришди, бойга қабул қилишди, саферник беришди. Худо холаса, ҳаммага омад тилайман. Худо холаса, чиройли бой кўрсатишга ҳаракат қиламан. Ўшалар жангга қатнашимга ота-онам қарши эмас, ҳамма рози, ҳамма қувватлаб туришди иншааллоҳ. Бержон Оренбоев, также из Узбекистана, представляет город Наманган, 25 лет, 60 кг, 170 см рост. Также профессиональных поединков нет. Пока что нет. Возможно, что именно здесь, на Львиной битве, первый небольшой шаг, который станет началом долгого, красивого, хорошего, победного пути. Большой проект Рустама Рахмонова, Львиная битва, сотни молодых парней,
бойцом данной пары. Справа от меня боец из красного угла. Он из города Сирдарья, Узбекистан. Его возраст 24 года, рост 171 сантиметр. Приветствуйте, Насим Шох Тошкулов! Слева от меня боец из синего угла. Он из города Наманган, Узбекистан. Возраст 25 лет, рост 170 сантиметров. Приветствуйте, Батиржонов Уинбаев! Рефери в октагоне Владимир Бала. Бойцы на середину, пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушая. Головой не бьем, в затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленями в голову допускается работа только в стойке. За сетку, перчатки, шорты не хватаем. В партере допускается работа в течение 30 секунд. Покажите красивый бой. Умадбола. Ну что ж, ждем красивый бой. Ташкулов, Насим Шох против Батиржона Уринбаева. Первый раунд. Бой! Сразу же хороший миддлкик от Батиржона. Проверил защиту и готовность своего оппонента. Лоу-киком отвечает Насим Шох, переходит сразу в атаку. Пытается шею своего оппонента захватить на гильотину, заталкивает его в сетку, лишая пространства для маневра. Плотный удар по ребрам наносит. По голове. Ну, Батиржон попал, конечно, в тяжелую ситуацию. Пытается вырваться, это ему удается. Хотел делать бросок, но сорвался. И вот сейчас уже Ташкулов может его просто разбить сейчас в партере. Бьет он очень жестко, это видно. Так, забирает гильотину на Насим Шох. Правда, через руку, но все равно опасно. А вот уже плотнее захват становится. Но Батиржон воспользовался ситуацией. Забрался в маунт, пытается он продержаться. Видно, как ему непросто. Но удается ему выжить. И закончено время борьбы в партере у нас. Ну что ж, хороший динамичный бой сейчас. Насим Шох сразу пытается развить успех. Мы видим, что он так заряжается, переходит в атаку. Бросает своего оппонента на канвас. Хотел сбоку зайти, но Уринбаев прям так на чувстве его ногами в халгард завязал. Уже испытал на все силы мощных ударов Насим Шоха. Пропускает сейчас маунт. Сейчас снова начнется эта бомбардировка, я думаю. По ребрам, по голове. Насим Шох прям прицеливается. Куда бы почувствительнее уязвить своего оппонента. Ну, вот выбрал вот такое вот решение. Достаточно оригинальное. Просто пинка отвесил. Будем называть вещи своими именами. Затяжной лоу-кик от Батиржона. Опять захват он идет. И так как-то немножко, мне кажется, Насим Шох растерялся. Как побежал на него оппонент и спину отдал. Сейчас вот уже для Уринбаева есть шанс. Если он спину заберет, то удушающий проведет. Забирает шею сейчас. Батиржон. Шанс для него закончить бой. Стоп! Да! И проводит удушающий. Вот так, дорогие друзья. Казалось бы, Насим Шох был более успешен в стойке, наносил жесткие удары, но Батиржон ухватил одной ошибки оппонента. И он одерживает досрочную победу удушающим приемом, задушив его в стойке. В этом бою победу одерживает боец из синего угла Батиржона Уринбаев. Поздравляем Батиржона Уринбаева с победой. Ну а Насим Шоху не расстраивается. Турмы? Настают хрлис. Молодчик ты. Немеет мадмой тут сбойдис. Озгина хайзо. Ошлиш на себе. Хамас джойда. Озгина хайзо и нет ман. Хайзо на пол.
Сапенегим омат тилимай, яхши бола. Гап йок. Жигар от души, Олга. Сизге катта рахмат. Мен бир марта инко мерганиз үчүн ам. Катта рахмат аке. От души. Молодец, ерлер. Охыргача жигарларым. Рахмат. Гап йок. Батыржон, поздравляю тебя с уверенной победой. Ну что, даю тебе слово. Ауламбур, ассаламу алейкум, хамма-хаммаге. Ауламбур, устамаке. Сізге каттакон рахмат аке. Шунча, мені тарлап, шарутқы бергеніз бе аке. Талантларды қыдыр яппыз біз. Реально талант қыдыр яппыз. Сәпендегім ам, тоже красавчик, молодец. Просто он его чуть-чуть сильно хатайсады, брат. Что могу сказать? Когда клетки закроют, я сказал тебе, я покажу. Вот показал. Екатеринбург придет, но не будешь придет. Я хочу сказать еще пару слов, пожалуйста. Мам был гарабанны, отамге башлайм. Отачу, мана сізге айткан гарбанна чықтым. Бұл бошланышы, құтылықы біз кетеміз дәлші. Күшім дәді жоу. Дуылдам саңыз бөлі. Габе, омадыз берсен. Ну что, уверенно, уверенно. Жди вызов на следующий бой. Санкт-Петербургдагы юрттошларымызга Рустам Рахмоновтан кичкене тавсия. Bambi Cake компаниясыдан ажойып тортларды сіларге тавсия қыламыз. Ушбу тортларды бізді промокод орқали Рустам Рахмонов каналдамыз деп заказ қысайла 10% чегірмегеге боласылы. Хархыл турдагы торт махсулотларны бен малу харит қылышыңыз мүмкін. Хамайларге омад ва йоқым ништаха. Следующая пара у нас весовой категории до 66 килограмм. И в красный угол октагона приглашается Умурбек Жуманизов! Қызым бұрчайқта Жуманиязов Умурбек Өзбекстан хива 22 ёш 66 килограмм. Следующая пара у нас пройдет весовой категории до 66 килограмм Умурбек Жуманиязов из города Хива, Узбекистан. 22 года, 66 килограмм, как я уже говорил, 187 сантиметров рост. Еще один молодой, талантливый парень, который, это десятки других, услышав о возможности проявить себя, прислал свое резюме, прошел отбор, и вот сейчас он будет выходить в октагон. Кто знает, может быть, именно ему предстоит стать первым чемпионом любимой битвы, приготовить этот уникальный 3D пояс. А потом идти куда-то еще дальше и дальше и дальше. Синий угол октагона приглашает своего соперника. Встречайте, Давлат Усманов! Как бурчак гадовсклад, Усманов Давлат, Узбекистан, Джанкурхонна, Игорь Мучиош, Олдрышов, килограмм. Усманов Давлат, мен 1997 жыл, Өзбекстан Республикасы, Сурхандар өлкәсе, Жарқұрған туманында туылғанмын. 5-нші сыныптан бері еркін күрес спорт түрі бойынша шұғылданып келемін. Бірінші тренерім Таңгеров Тұрақұл аға, Умарқұлов Низам аға. Мен еркін күрес бойынша 7 жылдан бері шұғылданғанмын. Кейін Санкт-Петербург шаһарына 2019 жыл апрель айында келгенмін ва MMA спорт түрге қызықшым барлығы үшін MMA спорт түрге қатынасып бастағанмын. Кешерде тренировка қып, результаттар қып, мен бұл жерде жақсы результаттар көрсетіппін. Аллаһқа шүкір, алхамдулилла. Байбай самбо бойынша мастер спорт болғанмын. Пакреплинг бойынша Шерлан жаңының бірінші қысымында ұрышқанмын, үйттім. Енді үшінші қазірде менің соперник берілген. Соперникім білән достойны, чырайлы бой көрсетуге әрекет қыламыз. Қазірде har kuni tренировка yaxshi ketyapti, zbor ketyapti hozir. Bo'yga tayyorgarlik yaxshi hozircha. Trenerim Maksim Kullashovga kattakon rahmat aytaman. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Maksim. Ushbu zalda men treninglar qilib o'taman. Meni qo'limda Davlat tronka qiladi. Xudo xolasa, Mashela jangida 3-chi etapda urushadi, inshaalloh. Birinchi etapida bu urush bitdi. Endi bu ishga qattiq tayyorgarlik qildik. Xudo xolasa yaxshi zo'r rezultat qiladigan umiddamiz. Davlat to'g'risida nima deyishim mumkin? Bu ham juda tirishqoq sportsmen.
Азалда алдын бөлінеге барып үрген. И август ойды менге келген тұрмафкеге. Яркасын тарттык, азыр қолларынан жақсы қойдык, көстермесін жақсы. Бұл халы сүйтті деген бітамыз, қолла қотлап тұрылам, біз бұлан бөлілі. Шынша нәтижелер бап келді. Бұндан кейінен дәрсе кетамыз, иншаллах. Бұл шерлер жаңыда менден басқа достларым, әкәларым ұршы әпті. Оларға ғам омет тілеймен, бәрті бәйесілерге омет. Дастойны бой көрсәткер харакет қыламыз, иншаллах. Фақат қолла қотлап тұрыңдар, иншаллах. Хамасы яқшы бола, дуада өптірсеңіз болды. Его соперником станет Давлат Усманов, также из Узбекистана, город Жаркурган. 23 года, 168 сантиметров рост и, дорогие друзья, 20 боев, 20 побед, 20 нокаутов. Если не врет статистика, прямо Тайсон вышел. Ну, это сверх любопытно. Сейчас она прям ударник потрясающей мощи, Давлат. Становится все интереснее. Бодр, весел, заряжен на бой. В это время пока тут Умурбек своему углу спокойно не рассказывает. Нисколько он не напряжен, хладнокровен. Вы знаете, что-то похоже будет. Тут повисло напряжение в воздухе. Справа от меня боец из красного угла. Он из города Хива. Его возраст 22 года. Рост 177 сантиметров. Он представляет Узбекистан. Приветствуйте, Умурбек Джуманиязов. Слева от меня боец из синего угла. Он из города Жаркурган, Узбекистан. Возраст 23 года. Рост 168 сантиметров. У него 20 побед. С 20 нокаутами по любительской карьере. Встречайте и приветствуйте Давлата Усмана! Рефери в октагоне Владимир Балан. Бойцы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем моей команды, правила не нарушаем. Головой не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленями в голову работаем только в стойке. За сетку перчатки шорты не хватает. 30 секунд работаем в партере. Покажите, как сверху. В углах. Давай, умат голову. Нурбек Шуманиязов против Давлата Усманова. Львиная битва. Третий отборочный этап. Ну и посмотрим мы на этот поединок. С лоу-кика Умурбек начинает. Посмотрим, не побоится ли он вступить в обмен ударами со столь грозным нокаутером, как Усманов Давлат. Отвечает Давлат своим мощным лоу. Еще одним пропускает удар навстречу. В этом бою, похоже, пленных брать не будут. Оба парня заряжены на нокаут. Ну, пытался сейчас Усманов пробить внутренний лоу, попал в пах. Непреднамеренный такой рабочий момент. Между тем неприятный, надо дать немножко времени Мурбеку восстановиться. Но он уже готов и рвется в схватку. Подхватывает его ногу Давлат, пытается перейти в партер, но Жуманиязов тут же встает, опять попадает в захват, бросок. И Усманов сейчас в маунте оказывается. Пытается его отчаянно Мурбек подвязать. Усманов вырывается, пытается из этих клещей. Сжимает он своего оппонента от себя. Мурбек прекрасно понимает, чем это дело грозит. Пропускает несколько очных ударов. Пытается вырваться. Заканчивается у нас 30 секунд. Продолжается у нас бой в стойке.
Дават пытается все время поджать своего оппонента, наносит еще один внутренний лоу. Бэкфист, но который прилетает в плечо. Хайкик проходит от Давлата, но Мурбек устоял. Снова идет он, подхватывает своего оппонента, пытался перевести в партер, устоял. Все же Жуманиязов. И уже вот так вот чисто на физухе просто прорвал его оборону Давлат. И опять начинает добивать своего противника. Наносит несколько жестких ударов. У сетки это сделать не очень удобно. И снова у нас заканчивается время работы в партере. Пока что Мурбеку удается выдержать такие атаки непростые. Закончен первый раунд. Мурбеку нужно тоже сейчас сделать выводы определенные. Тейкдаун он пропускает. В стойке не уступая своему оппоненту, уступает ему пока что в борьбе. Ну что ж, горячая поддержка зрителей. И начинается у нас второй раунд. Сразу пытается Давлат идти вперед. Хороший удар проходит. Хайкик, еще удар навстречу. Вот уже, походу, расчехлил все свои орудия Давлат. Начинает бомбардировать противника по всем этажам. Еще один удар проходит, внутренний лоу. Колено навстречу, прямой. Мурбек пока принимает все эти удары, держится. Но Давлат его расстреливает, ну, просто на любой вкус. Чуть ошибся, подскользнулся, но тут же резко прошел в ноги, завалил соперника. Заходит сбоку, чтобы не попасть на гильотину. Ну, сейчас Давлат показал, да, что бить он может просто по всем этажам, и все удары будут очень жесткими. Идет вперед Давлат, пытался сейчас в ноги ему так пройти Мурбек. Накрыл его сразу же Усманов. Берет, все, шею берет на гильотину, захват очень жесткий. Да, и все, конечно, удача. Но там сразу было видно, что прихватило просто уже этот захват мертвый, там с такого капкана ты не вырвешься никогда. Давлат Усманов одерживает победу удушающим приемом. Ну что, дорогие друзья, в этом бою удушающим приемом победу одержал Давлат Усманов! Давлат, обрекаем, а? Красавчик, красивый бой. Келешек таки. Assalomu alaykum. Men komandamga Maksim akaga Abdusha rahmat aytaman akamga. Kelajimdan kelgan akalarimga ham hammasiga hozir shod omad tilayman men. Sherlar jangi Rustam aka sizga 61 kiloda menga farqi kim bo'lsam menga vest tashi menga vest tashasi 61 kiloga yakatov. 66 mi? 61. 61 kilogram. Есть соперник. Артемия.
Нету? 61. 61, 66. Есть? 61, 61, я готов. 61, 66. 61. 61, 62. Нормально? 62. С кем-то? Украина. Я готов, 61. Всегда готов я. Да. Яши, кейнги турнирге. Все, давай. Габио, кейнги турнирге сады бойна бэлады. Молодец, красавчик. Салам алейкум всем. Рахмат Максим Устимге, командамызге. Камыз утта, куда холоса. Кейна мен бірнеше окаларымыз тұрып тұларге омат тілеймін. Акаларым омадан кішкене бір призіміз барды, давлатке, үткен үшін. Орып, олым әке, ойбе әке, шылан омадан, хамасын омадан. Бақтыр, 30 мүшін пұл еққан. Қалықтыңыз күн. Рахмат тұрай хаммаге. Омад. Габи омад елі берсін. Кім турнирі де бері азған адам, дұр, шы турнирі де көр. Значит, біз бері аппыз. Дыққат-дыққат, Санкт-Петербург шақырдаги юрттошларымыз үшін ең ишончілі авиакасы Рахмонов авиакасасы. Манзыл Санкт-Петербург шақырдаги метро Проспект Просвещения йонудаги торговый центр Норд, 2-й этаж. Следующий бой будет мощным. Я это чувствую. Я это знаю. Я тебе верю. Ну что, не будем тогда задерживать и наводить интригу. И перейдем непосредственно к нему. Весовая категория до 70 килограмм. В красный угол октагона приглашается боец из России Иван Александров! Кызылбурчак-то Александр Иван. Санкт-Петербургдаги юрттошларымыз үшін ең ишончли ва ең арзон авиачипталар Рахмонов авиакасасыда. Манзил экранларыңыз. Россияның барча шахарларыға, шу жумладан дүнионың түрлі шахарларыға авиакатнаулар ва ең арзон нарқдаги авиабилетлер. Ишонмайсыз ме? Экрандаги рақамларға мұрожат қылын. Ха, айтқанча, бізді онлайн чипталар хам харит қылышыңыз мүмкін. Здание бұл. Всем привет, друзья! Меня зовут Ваня, мне 21 год, я из города Санкт-Петербург. В данный момент я работаю в войсках специального назначения, то есть спецназ, служу по контракту. 5 числа буду драться на турнире «Львиная битва». Всем парням, которые будут там выступать, желаю удачи и, самое главное, без травм. Давайте все вместе покажем красивый и красочный бой. Поэтому всем удачи, пока! Россия, Республика Чувашия, Игорь Мобрёв, 70 килограмм.
еще один международный бой, дорогие друзья, на третьем отборочном этапе львиной битвы. Иван Александров из России, Республика Чувашия, 21 год парню, 70 кг вес, 180 см рост. Интересный любительский рекорд. 10 побед, 1 поражение. Из 10 побед 2 одержал нокаутом. А его соперником в этом бою станет боец из Узбекистана. Встречайте, Акбар Шеров! Как бурчак-то, Шеров Акбар, Узбекистан, Харши, 23, 70 килограмм. Скоро. Шериф Акбар, 1997-yil, Qarshi shahridan, Sankt-Peterburgga 2019-yil kelganman, ishlash maqsadida. Hozirda Morskoy portda ishlayman, plotnik bo'lib, 12 yoshimda trenovka qilishni boshlaganman, Rukopashni boy, trenerim Rahmon Botir. Hozirda Peterda MMA sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Trenerim Maksim Guldoshev, hozirda qo'llarda trenovka qilmoqdaman. Men sherlar jangida birinchi atborda urushganman. Uchinchi atborga qatnashishga ham qaror qildim. Xudo xohlasa, yaxshi bo'y ko'rishga harakat qilaman. Hozirda trenovkani azobim beryapmiz. Xudo xohlasa, yutishga harakat qilamiz. Oldingi bo'yimda mag'lub bo'lganman. Sopernikim Arslon, Surxondaryoli. Hozirda birga trenovka qilmoqdamiz. Sherlar jangida 3-chi atborga bordik. Menga sopernik berishdi. Sopernikim Sankt-Peterburgdan. Yaxshi bo'ys ekan, trener bilan bordi va menga shu sopernikni berishdi. Xudo xohlasa yaxshi bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Соперником Ивана станет Акбар Шеров, представляющий Республику Узбекистан, город Карши, 23 года, 175 см рост. Рекорд пока не заявлен или неизвестен. Но сегодня нас уже не раз убеждали в том, что отсутствие рекорда ничего не значит. Рекорд придет с боями, с годами. Главное сейчас начать уверенно. Львиная битва для того и создана была Рустамом Рахмоновым, чтобы каждый получил свой шанс проявить себя, почувствовать уверенность в своих силах, двигаться к чемпионским поясам и к самой вершине ММА. Итак, представляю бойцов данной пары. Справа от меня боец из красного угла. Он из Республики Чувашия, Россия. Его возраст 21 год. Рост 180 сантиметров. Его карьера 10 побед. Двумя нокаутами и одно поражение. Встречайте и приветствуйте Ивана Александрова! А слева от меня боец, представляющий Узбекистан, город Карши. Его возраст 23 года, рост 175 сантиметров. Встречайте и приветствуйте Акбара Шерова! Рефери в октагоне Владимир Бала. Пожали руки. Внимательно слушаем. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды. Правила не нарушаем. Головой не бьем. В затылок, позвоночник, в пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленями в голову работаем только в стойке. За сеткой перчатки и шорта не хватает. В партере работаем 30 секунд. Покажите красивый бой. Дайте шуму, друзья! Давайте пошумим! Итак, Иван Александров из России против Акбара Шерова, представляющего Республику Узбекистан. Львиная битва, третий отборочный этап. Иван сразу идет вперед, но Акбар отвечает ему мощными ударами, пытаясь погасить этот порыв россиянина. Проходит бэкфист, но нисколько Шеров не потрясен был. Пытался сейчас стрелу пробить Иван. Акбар его подхватил, перевел в партер.
Ну, видимо, что Александров старается завязать его сразу же. Очень уверенно себя россиянин стойки чувствовал. Куда, собственно, сейчас они и вернутся. Заряжен на бой Александров. Тоже очень уверенно чувствует себя Шеров. Бой продолжается. Опять идет вперед Иван. Тут же ему несколькими размашистыми, мощными комбинациями отвечает Шеров. Пошел он в захват и отдал на гильотину. Сейчас голову не успел вырвать Акбар. Очень стремительно развивается у нас поединок. То есть как только прошел в ноги Акбар, сразу же тут же ему гильотину накинул Иван. Очень интересный поединок. Парни заряжены. Показать красивый бой. Это прямо они оба... Ну, это прямо видно. Что оба нацелены на атаку. Остановите время. Время остановится. Синий к врачу. Синий к врачу. Сейчас нам нужно опять небольшая врачебная помощь. Остановить кровь Акбару Шерову. Но я думаю, что это быстро произойдет. Возвращается в клетку Акбар Шеров. И сейчас проведение будет продолжено. Пока все очень и очень динамично и интересно. Снова Бекфис пытался сейчас Иван пробить. Сразу же пошел в ноги Акбар. Попался опять на гильотину. Плотного захвата нет, но... Иван пытается постоянно улучшить эту позицию атакующую. Шеров выживает. Держится. Несколько секунд ему осталось всего лишь продержаться. И возвращаются бойцы в стойку. У Шерова достаточно стремительные вот эти проходы в ноги, но при этом постоянно на шею отдают. Не было еще момента, когда он смог чисто сделать тейкдаун, чтобы не попавшись в эту ловушку. Но он сейчас решил идти с ударами вперед. И сразу же опять попытка была тейкдауна. Здорово, здорово сейчас оба обмениваются ударами. Бой на встречных курсах идет. Очередной тейкдаун от Акбара. Выпала капа, поправляет его Владимир Балава. Недолгая работа в партере, которая сейчас будет остановлена секундомером. Стоп, стоп! И у нас раунд завершен, дорогие друзья. Интересный очень бой. Привести их в норму. Немножко восстановить им силы, придать энергетики, прокачать, подзарядить. Готовы? Второй раунд. Бой! Второй раунд. Иван Александров против Акбара Шерова. Сразу же хайкиком пытался Александров атаковать. Мощный удар в корпус. И Шеров пытается развить сейчас свой успех. Александров пытается ему отвечать. Мощный удар по голове. Это нокаут. Все, 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 дорогие друзья. Акбар Шеров таки сумел пробить Ивана Александрова и нокаутировал его.
прошел удар в корпус. Сбил дыхание. Приходит в себя сейчас Иван, очень тяжело ему. Бару не нужно было бороться в первом раунде, мне кажется. Вот. Очень здорово он чувствует себя на руках в обмене ударами. На середину! На середину! Поздравляем Акбара Широва с победой. Классный бой. Во втором раунде победу одержал ВС Узбекистана Акбар Широва! Ванёк, куда ты пошел? Давай возьмем пару слов. Пару слов, конечно. Иван. Слушай, ну ты красавчик, мощный бой показал, отличная рубка. От души. Расскажи вообще, как готовился, какой был план на бой вообще и какие дальнейшие планы? Как себя чувствуешь так же? Чувствую себя отлично. Акбару большое спасибо, показали хороший бой. Готовился хорошо, да, допустил ошибки, моя вина. Большое спасибо Рустаму, организации, всем спонсорам, которые дают нам таким обычным парням выступать на таких мероприятиях. Своему тренеру, всему своему тренировочному лагерю тоже большое спасибо. Ну и маме привет. Все, спасибо. Иван, дальше пройдешь ты. Да, в любом Иван, случае. Мы тебя мы ждем. Мы тебя снова ждем, потому что нам да. такие бойцы нужны. Мощный бой. Акбар. Бринч турда ютхузу здесь. Немало. Немало озгарды. И кинч турда заряжен начатись. Салам алейкум, хамме. Birinchi bo'yda vaps trenovka vapshe bo'lmagandi. To'g'ri ishdan uyga qatnashga qaror qildim. Bu safar trenovka yaxshi. Maksim aka qo'llar. Endi bu yerda xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lar. Najmiddin aka katta rahmat. Maksim aka ya. Rustam aka sizga ham katta rahmat. Maksim Ustin. Assalomu alaykum. Это был Широв Акбар! Ваши аплодисменты! Ну, давайте пригласим Хаджава Нажмудина. Нажмудин ака, айна Шерлар Джанге, R3 Fighting Champion, вице-президент. Салам алейкум ака. Сізі көпчілік танымайды, шубір танытай дедім. Нажмудин ака, спортты оны развиват қылыапсыз. Питерде жүрі көп байыслар танисыз. Ну, хама масаласты бір озген өзі фикризіге пробирсіз. Ассаламу алейкум, добрый вечер всем. Как вот, даже не знаю, что сказать. После этих боев там всякие все равно у нас стоит. Там много молодые ребята здесь дерутся. Обычно мы по профикам больше работаем, там более ответственности меньше. А тут получается... И правда, вот бойцы выходят, уровень у них разный, за них переживаешь. А, как бы ни было, они молодцы, что даже вот кто проиграл или кто выиграл, что здесь выходить, драться. Таким образом, думаю, они путь свой найдут. И я в первую очередь вот переживаю за них. Вот ты как организатор делаешь турнир, тратишь свои деньги, это я знаю. Просто вот спортсмены, которые здесь выступают, это должны они ценить. Если бы ты этот турнир не делал бы, они бы здесь не выступали бы. Ну, такие возможности не были бы. Ага, я без вас, без команды не смог бы это делать. Спасибо за то, что вы рядом тоже, ага. Не, они должны это ценить просто. Каждый турнир, вот, который подрались, это спорт. Здесь надо уважать друг друга. И здесь не имеет значения, кто откуда. Надо уважать друг друга, тогда у нас что-то получится. Если что, два-три такие моменты будет, ну, это хорошему не приведет. Поэтому, в первую очередь, уважайте друг друга, уважайте соперника, уважайте вот этих людей, которые пришли. Ну, нельзя позволять, когда мужчина, у мужчины должна быть честь. А честь это ее, там много чего ходит в этом чести. А так, молодец, очень хороший турнир, хорошая команда. Если вот ребята будут хорошо себя вести, я думаю, мы дальше пойдем. Уважение друг к другу. У меня тоже вот много есть, которые, да, вот, вы знаете, мотивируют люди, которые на этом. Также мы здесь тоже помогаем молодым ребятам.
Просто мы должны в этот турнир приезжать от души, да, что бои посмотрим. Не так, что будет, кто с кем поругается. Это нельзя. Надо уважать друг друга. Вот только это. Если вот это уважение будет, ребята, и правда, вы далеко пойдете. Я много видел талантов, которые здесь. Я думаю, у них все получится. И только удачи. Будем работать над этим, конечно, да. Вот Александр из Москвы приехал ради этого турнира. Конечно, это все, это труд. Надо синить, я думаю, и все получится. А так всем удачи, всем спасибо. Спасибо, да, всем спасибо. Да. Спасибо тебе, что ты с нами, что ты часть нашей большой команды. Ассаламу алейкум. Мен Кучкаров Шухраб Ширалиевич, Арс Дентал, многопрофильный медицинский центр, клиника Ассоциация. Бізде стоматология, хирургия, урология, терапия, гастроэнтерология, кардиология, лор, гинекология, неврология. Бөлімлері өз фаулиятіні юртмоқта. Шуниндек, бізде қон тахлалары, сидик тахлалары, МРТ, КТ, ЭКГ ва УЗИ диагностикалары мавжуд. Біздің іштимаи тармақларымызге обуна болин. Asosan Instagram sahifamizda har haftada bir marotaba jonli efir orqali o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga mutaxassis tomonidan bepul javob olishingiz mumkin. Qolgan barcha ma'lumotlarni esa bizning internet sahifamiz orqali bilib olishingiz mumkin. Ha, aytgancha bizning internet tarmoqlarimizdagi obunachilarimizga alohida сейчас будет реванш. Реванш? Да. А самое интересное, я тебе скажу, вот, один из об этих бойцов, ну они реально шоу устроили, это будет очень интересное противостояние. И с большой честью я хочу вызвать в этот октагон бойца, просто гангстера. Просто самого плохого, так сказать, бойца. Черного дельфина. Черный дельфин, Меджидов Срожидин, мы приветствуем тебя! Кызыл Бурчакда Меджидин Срожидин, Россия, Дагестан, 23 года, 77 килограмм. Приглашаем! Итак, дорогие друзья, полусредняя весовая категория у нас. Меджидов Срожидин, Россия, Дагестан, 23 года, 188 сантиметров рост, 3 боя, 3 победы. Я хочу пригласить его соперника. Где этот Джейсон? Кузьмин Данил! Россия, Санкт-Петербург! Данил Кузьмин, Россия, Санкт-Петербург! Игорь Мобрёж, 7,5 килограмм! Всем привет! Меня зовут Данёк. Я из города Санкт-Петербург. Всю жизнь занимаюсь спортом. Сюда пришел по зову природы, чтобы дать хороший бой достойному человеку, достойному противнику. Всем здоровья, всем удачи. Ого, дорогие друзья, у нас тут Джейсон вышел. Данил Кузьмин в образе Джейсона Вурхиса. Россия, Санкт-Петербург, 21 год тому парню, 172 сантиметров росту. 12 побед, из них 3 нокаутом, одно всего поражение. Ну что ж, впечатляющий послужной список нашего Джейсона. Посмотрим, кто же одержит верх. Заинтриговали. Эта схватка очень сильная. Рустам Рахмонов и Александр Метаморфоза. Будет любопытно. Оба заряжены. Ждем яркого, красивого боя.
Итак, представляю вам бойцов этого мощного боя. Справа от меня боец из красного угла. Он представляет команду Орлов Тим из России, Дагестан. Его возраст 23 года, рост 188 сантиметров, весовая категория 77 килограмм. По прозвищу Черный Дельфин, Сражанин Мальчина! А слева от меня боец из синего угла. Он представляет также Россию из города Санкт-Петербург. Возраст 21 год, рост 182 сантиметра. Его карьера составляет 12 побед, 3 нокаута и 1 поражение. Встречайте, Даниил Джейсон Кузьмин! Рефери в октагоне Владимир Бала. Судья, обратите внимание, Меджидов Сраджидин, красный угол, сделал вест, желтой карточкой. Желтая карточка за несоответствие весовой категории. Мы слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой не бьем, затылок, позвоночник, в пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленом в голову можно работать только в стойке. Засядки, перчатки, шорты не хватаем. 30 секунд работаем в партере. Покажите, как себя будет. По углам. Ну что ж, что-то будет, дорогие друзья. Покажите, Сражидин Меджидов против Даниила Кузьмина. Черный дельфин против Джейсона. Громкая вывеска и, я надеюсь, не менее громкий бой. Начинается поединок. Даниил сразу же идет вперед. Наносит несколько ударов. Сражидин отмахивается от него. Резкость у Даниила. Пробил Супермен Панч. Попал, еще попал. Попал Сражидин сейчас, но все, уже добивает его Кузьмин. Сейчас Меджидову надо только выживать и лететь в партер. Но был как раз момент, что бой надо оставить, но нет. Кузьмин опять идет вперед, Сражидин пытается ему отвечать, сам атакует. Бросается в борьбу теперь... Прихватывает шею своего оппонента на гильотину. Начинает душить его. Кузьмин изо всех сил пытается вырваться. Но вот уже гильотина. Все, все, усыпил Сражидин своего соперника. Приходит в себя Кузьмин, вскочил сразу. Да, вот это бой. Очень такой нестандартный, с неожиданной немножко даже концовка, учитывая, как начал Кузьмин этот бой вести очень хорошо. Но Сражидин все выстоял, выдержал и провел удушающий прием, усыпив своего оппонента. Сегодня Черный Дельфин оказался сильнее Джейсона. Классный бой. Жалко, что короткий. Красавчики, самое главное вот это, дружба. Хотелось бы еще чуть-чуть побольше его посмотреть. Красавчики. Поздравляем с Сражидином Меджидовым. Вы примеры. Черный дельфин добывает четвертую победу. Было круто. Отвечаю. Так, ребят, спокойно. Все вопросы решаются спокойно. В спортивном ключе. Это спорт, друзья. В этом коротком, но довольно-таки очень интересном звездном бою победу одерживают. Боец из красного угла, Черный Дельфин, Сражидин Меджидов, Орлов Тим. Этого боя ждал. Хорошо начал. Что случилось? Ребята, бывает такое. Когда бежали, судья пошел останавливать тебя. Все расстроимся сильнее в любом случае. Вам спасибо за то, что дали такую возможность. Моему тренеру огромное спасибо. Дмитрий Юрьевич, вы лучший тренер. Спасибо большое. Кто за меня болел, извините, что подвел. Спасибо большое.
Все, всем здоровья, без травм, удачи. Спасибо тебе тоже. Очень крутой бой. Очень крутой бой. Пожалуйста, успокаиваемся. Это спорт. Это спорт. Иди сюда. Здесь есть чудес. Я тебя поздравляю. Ты красавчик, мощный бой показал. Ты, так сказать, помнишь, как все начиналось, да? К чему ты сейчас пришел, ты реально сейчас очень звезда популярная. Много где дрался. Много кто хочет с тобой подраться, так сказать. И на самом деле, я, честно говоря, вот очень удивлен был переломом вот этого момента, так сказать. Бой реально пошел в другом ключе. Вот, расскажи вообще, это было задумано или так получилось? Добрый вечер всем, всем ассаламу алейкум. Ну, на самом деле это не было так задумано, но я хотел проверить, что он там может, но он колхозные удары, блин, честно говоря. Базар нет, он красавчик, я его уважаю. Вот я в 2017 году я с ним дрался, то же самое, так же я ему проиграл, он меня задушил. Можно сказать, это повторилось, он хотел повторить ту же самую историю, но эта история прошла не в его пользу. Всем огромное спасибо, Рустам Рахмонов. Красавчик. Ты что, блин, короткий бой провел, как провел, на самом деле, у меня драма. Саня, тебе тоже огромное спасибо. Не, я буду говорить сейчас, Это мой день, да? Да, я долгое время не дрался, ничего, надо говорить сейчас. Недавно, короче, мне один человек сказал, короче, то, что я как профессионал, типа, я закончился. Так я вот хочу сказать то, что я вот как начинаю еще профессионал, я дойду до высокого уровня, иншаллах. Только вперед. Дай Бог. Так, еще хочу сказать. Я никакую команду не представляю, никакой зал сейчас на данный момент. Ухожу с зала, где я тренировался. По некоторым обстоятельствам. Команда Орлов Тим, капитан. Я с этого дня, иншаллах, в этой команде буду. Спасибо большое, Нажмудин. Огромное спасибо, брат. Делаем все четко, вперед. Костя, огромное спасибо. Огромное спасибо моему брату Алишке. Амиру, моему брату. Короче, я хочу бросить вызов. Александр, тебе хочу бросить вызов. Серьезно? Вот это бой мне интересно. Он тоже профессиональный боец. Вес одинаковый у вас? Вроде бы, да. Да не, я пошутил. Саня, это вообще... Я Лобову хочу бросить вызов. Артем Лобов сейчас находится в Санкт-Петербурге. Говорят, что он легенда. Так вот, я видел то, что он тут в Питере, говорит, где-то там по историям видел. Лобов, я тут! Я тебе докажу, кто легенда. А так, полный вперед. А если подарим бургам фонтанчик с черным дельфином. Все. Всем спасибо, огромное спасибо. Все. Спасибо тебе тоже. Это был черный дельфин. Сражите в Меджидах! И судебир. Атайя, ассаламу алейкум. Мен Ахмаджонов Джохар. Максим Агам Шогуртыма. Узбекистанда ате маши бойду урышкяны келодым. Дагыстанли боле маши октагонда урышу ютоды. Узбекистанда ате юткяны келодым боланы. Мен вес кылдым. Урыш ниятым барлыгы үчүн. Вес кылдым, маша октагондама. Исидуби, где ты? Я в октагоне, я сделал вес! Исидуби, у вас получилось за то, ну, то, что ты вес не сделал. Итоги получается так. Что скажешь по поводу этого? Саламу алейкум, первую очередь. Приветствую. Нас вызывают, надо принимать. Правильно же, Махмуд? Да. Нету ничего такого. Смотрите, следующий бой. Оба, ну, есть время. Месяц, да, допустим, есть время. Сделайте весь. Следующий турнир, организуем ваш бой. Это чисто спортивный интерес. Если вы сейчас согласны вдвоем, так и быть. Точно? Down. Face to face.
Давайте пошумим, ждем этот бой. Выпрямили. Вы просто развиваете спорт. Ух, чувствую. Команда Майси Весны вперед! Дуслар, блогер вы мокчислар, а? Йоки тиктокер. Йоки видеомонтажер вы мокчимыслар. Йоки фотошоп. Хама курс, дуслар, мана устроен онлайн мактабым да бо. Кириле, курсым на олиле. Вам амблем ргосиле. Хамас мощный вылады. Кетчик. Ну что, а мы тем самым двигаемся дальше. И у нас следующая пара весовой категории 80 килограмм. И в красный угол октагона приглашается Сидников Мусабек! Кызылбурчакдан Мусабек Сидников, Өзбекстан, Коконна, 24 йош, 80 килограмм. Assalomu alaykum hammaga. Men Musobek Sidiqov. 1996-yilda Qo'qon shahrida Karmay qishlog'ida tug'ilganman. Oilada 5 nafarmiz, ota-onam, akam, singlim. Yoshligimdan sportni boks turi bilan shug'ullanib kelaman. Rossiyaga ishlash maqsadida Tomsk shahriga 2019-yilda kelganman. Bundan beri ham ishlab, ham tenirovka qilib kelaman MMA sport turi bilan. Instagramda Rustam Rahmonovni sherlar jangi sahifasini ko'rib, shunga qatnashishga qaror qildim. Birinchi turda menga sapernik berishdi. Sapernigim Dog'istonli, kuchli bayas ekan. Men podgotovkam yetmagan sababli bu birinchi bosqichda yutqizib qo'ydim. Хороший учет. Какой удар Серегло Бахвитоса. Еще один пройдет мощный от Ахмина. 55. Колено. Вот так задушил. Задушил. И вот пошло. Первая удушающая. Тут уже вопрос. Задушил. Все, сдается Мусабек Сидиков. Суд не наш. Хозерда. Узым гешу ютхузганымдан. Тор хлоса хлеб. Узым тенировкалар кучейтіріп. Узым яхшы хыс хлеппан. Uchinchi turda qatnashishga qaror qildim. Kastingdan o'tdim, menga sapernik berishdi. Sapernikimni ko'rdim videolarini. Yaxshi, kuchli bayas ekan. Sapernikimga omad tilayman. Xudo xolasa, zirayishga bo'y o'tkazamiz. Yurtdoshlar, qo'llab-quvvatlab turinglar, duoda bo'lib turinglar. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zbekistonimiz bayrog'ini yuklab ko'taramiz, xudo xolasa. Следующий бой сегодняшнего турнира – Мусабек Сидиков из Узбекистана, город Кукан, 24 года ему. Весовая категория до 80 килограмм, 175 сантиметров рост, 3 боя, 3 победы. Assalomu alaykum. Men Rahmatullayev Chora. Surxondaryo viloyati Bo'zin tumanidan bo'laman. Rossiyaga 2010-yil kelganman. Shu yerda remont bilan shug'ullanaman. Uy ham ishlayman, ham trenovka qilaman. Yoshligimda rukopashni bo'y sport turi bilan shug'ullanganman. Hozirgi kunda o'zim samostoyatelni fitnesda chiqib turaman. Shu sherlar jangini Rustam Rahmonovning kanalida ko'rib qolib, chiqishga qaror qildim o'zimni sinash maqsadida. Kastinglardan o'tdik, raqib berishdi, hammasi yaxshi, raqib bilan ko'rishdik, raqibga omad tilayman. Zirilishni bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Hammaga omad. Его соперник также из Узбекистана, Чори Рахматуллаев, город Сурхандария, 29 лет, 80 килограммов, вес 180 сантиметров роста. Thank you.
вам, дорогие друзья, представляю вам бойцов данной пары. Справа от меня боец из красного угла. Он из города Кукан, Узбекистан. Возраст 24 года, рост 175 сантиметров. Три победы. Приветствуйте, Сидиков Мусабек! А справа от меня боец из синего угла, из города Сурхандаря, Узбекистан. Его возраст 29 лет, рост 180 сантиметров. Приветствуйте, Чори Рахматуллоев! Рефери в октагоне Владимир Бала. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтем голову не работает. Стойки допускаются работам в голову коленями. Соседку, перчатки, шорты не хватает. 30 секунд работаем в парке. Покажите, как сырой. Облако. Облако. Давайте пошумим немного, друзья, у нас первый раунд. Владимир Балава отдал последнее наставление бойцам. И сейчас начнется бой у нас. Мусабек Сидиков против Чори Рахматуллаева. Оба бойца представляют Узбекистан. Это львиная битва. Третий отборочный этап. С отличного удара сразу Чори начинает этот бой. Еще хотел продолжить не менее эффектным, но попался на тейкдаун. И сейчас Мусабек старается его зафиксировать в партере. Занимается Чори. Посмотрим, будет ли он продолжать вот эту свою очень интересную ударную технику развивать и демонстрировать ее нам. Да, действительно, такой удар как бы из тейквондо. Но Мусабек с ударами пробирается на борцовскую дистанцию. Снова вот эта атака, уже фирменная, видимо, атака от Чори Рахматуллаева. Попадает он в борцовский захват. Забирает шею. И может пойти удушающий в стойке. Прихватил-то хорошо. Мусабек пытается вырваться. Опасная для него ситуация. Но выдержал. И Владимир Балава развел бойцов. Лицом в центр, лицом в центр. Бой! Лоу-гик вбивает сейчас Сидиков. Чуть не высек он сейчас Чори. Еще один лоу. И хороший удар на коротке. Рахматулло отступает. Рахматуллоев отступает. Нагоняет его Мусабек. В этом обмене он явно чувствует себя как рыба в воде. Но хотя Чори старается ему отвечать. Попадает Мусабек. Сбивает своего оппонента. Начинает добивать. Мощные удары обрушивает на соперника. Тот отчаянно отбивается. Сидиков старается не упустить победу, которая вот-вот уже, казалось бы, упала ему в руки. Рахматуллаев старается чуть-чуть восстановиться. Стоп! Время партера. Время партера закончено. Остановите бой. Но хороший бой, кровавый. Оба бойца повреждены. Обоим, мне кажется, нужно сейчас к врачам. Володя! Не-не-не, брат, не-не-не-не!
Не снимайте. Ну вот смотри. Я просто снялся. Рваная сечка. Я его сейчас заклею. Вот еще раз пробьют его, когда потечет. Тогда уже остановится. Все, сейчас. Ну я бы вообще бы не упускал. Я видел. Поэтому я тебе его отвел. Страшно, да. Не надо. Ребята, не корову проезжай. Я тебя по-человечески. Ну, если вы здоровье бойца, вам не все равно, выводите. Я сниму сразу после следующего удара. Давайте, ну, смотри, после следующего удара, да, я. Где у меня там? Вы знаете себя. Я думаю, не надо, брат. Чава. Томский танкетник. Лоу-кик, еще один, сам идет в атаку. Но Мусабек, как мы знаем, не прочь порубиться, особенно на короткой дистанции. Пошел яростный обмен ударами. Старается Чури ему отвечать. Попадает. Мусабек тоже. Очень он не хотел, чтобы его снимали по сечке. Очень он хочет выиграть этот бой. И что, гильотину забирает? Идет удушающий прием, правда, через руку. Но на усталости может и пройти. Кровь идет у Сидикова. Снова в стойку поднимают. Встаем в стойку. Уже Владимир Балала даже тут колдует над сечкой. Мусабека Сидикова. Время. Бой! Пошел он вперед. Встречает его фронт-киком. Чори тут же мощными боковыми начинает опять гвоздить его Сидиков. Опять пошел размен ударами. Зажимает своего оппонента в клетке Сидиков. Чори пытается там где-то среди этого града ударов пробить парочку прямых. Но не очень успешно. Это колено еще догоняет его. И еще колено. Удары по корпусу. Ну что ж, третий решающий раунд у нас в бою Мусабека Сидикова и Рахматуллаева Чори. Я думаю, что сейчас опять Мусабек пойдет вперед в этот обмен. Так и есть, дорогие друзья. Опять боковые апперкоты, но уже Чори тут четко несколько ударов пробивает в ответ. Сидиков не останавливается. Решили парни порубиться, кто упадет. Уже на усталости силы такой нет в руках. А вот шею-то Сидиков сейчас отдал. И может быть гильотина.
Стоп! Центр! Опять Владимир разнимает бойцов. Видно, что оба устали. Оба измотаны, избиты. Но никто сдаваться не хочет. Середина. Лицом. Бой! Продолжается поединок. Встретился Чури. Выпад от Сидикова. Сил, похоже, уже оставили обоих. Мусабек идет в борьбу и будет тейкдаун. Да, есть тейкдаун. Пытается он удержаться в мауте. Чури пытается выкрутиться. Практически ему это удалось. Позиция Патова, тут сейчас ни ногу не найдешь, ничего. Ну, устали оба парня. Бьются на морально-волевых. Скидывает сейчас ноги Сидиков. Чори начинает возить ударами. Снова время Партера. Кончилось. Устали. Осталось немного совсем пройти эту дистанцию. Лицом в центр. Бой! Оба в крови, оба измотаны. Но желание победить выше всего этого. Сидиков вновь идет вперед. Стоп! Центр! Центр! Ну вы видите, насколько измотаны лицо. Бойцы этим лицо поединком. Бой! Идет опять вперед Мусабек. Наносит несколько мощных ударов. Чури пытается отвечать, но Мусабек по ножу, конечно, явно больше набрасывает в этом обмене. И все! Кровавый бой. Бой жесткий. Парни выложились. Оба красавцы. Ждем официального результата. Вот это рубка, вот это мясо. Да. Однако. И не зря я думаю, что Мусабек не дал себя снять врачу. Просил его сделать чудо. И чудо Евгений Грибков совершил дважды. Подарили нам такой бой оба парня. Ну что, друзья, по истечению 3 раундов в этом кровавом, просто мощном бою, просто в этой рубке, победу одерживает боец из красного угла Сидиков Мусабек Сидиков одерживает победу. Поздравляем его и благодарим Чурина Смадуваева. Классный бой, кровавый бой. Этот бой останется в истории львиной битвы однозначно. Болот, ты знаешь, чем скорее? Ну что, это был реально мощный бой. Чори, у тебя берем первого. Слушай, ты показал реально мощный бой. Силу, победу, волю. Расскажи вообще, как тяжело тебе дался этот бой, подготовка и твои эмоции? Саламу алейкум всем. Просто подготовка не была мне нормальной, поэтому я думаю, чуть-чуть сильно устал. Ну, это спорт и все. Понимаю. Спасибо всем. Ассаламу алейкум. Азиз бродарлар. Игитлар умам корхмангар бойга чыкшка. Мен жаным бу матчтымага тайор эмас эле. Игит болса мындай болсун борку. Өзбекстан! Габил!
Игитлар, давай рак бенгарам еще. Красавчик. Уважение, брат. Габио. Мана. Рахмат, рахмат, хамма учу. Мусабек. Икки оғыз. Гапрасыз, фақат тез ро. Ассаламу алейкум, хаммаге. Шапер негемге, Габио. Тройлы бой өткізді. Доғалдасы. Рустам аке, сізге атты үші. Рахмат аке. Менге имкен бергеніз үші. Доғалдасы. Ата-анамге рахмат деймін. Палаван аке, Жасур аке. Орыды. Хамалеңге рахмат. Кім менің паддешке қаген болса, хаммаге рахмат. Атты үші. Рахмат. Сол бөлін, мощный бой. Рубка, мясо, хамас были. Это был Сидиков, Мусабек!